27 июня в России отмечают День молодежи. Молодость – неповторимый этап в жизни каждого человека. Это время поиска жизненного пути и желания удивлять мир самыми смелыми идеями. В нашей стране к молодым людям относят лиц в возрасте от 14 до 35 лет. Такой возрастной диапазон зафиксирован в Федеральном законе о молодежной политике. С одним из представителей активной молодежи Верхневолжья пообщалась и наш корреспондент. В своем юном возрасте Анастасия Хамайдула является заместителем председателя Федерации спортивного туризма в Тверской области. Девушка рассказывает, что ее путь в туризме начался с Тверского государственного технического университета, где она попала в турклуб «Азимут». Там ребята путешествуют по самым удаленным уголкам России. И для многих это не просто хобби, а образ жизни. Сейчас она не представляет свою жизнь без походов. Когда вы куда-то приезжаете, смотрите на пейзажи, потом еще участвуете в соревнованиях об этом маршруте, это очень классно, и мне это нравится, и продолжаю этим заниматься. Недавно представители турклуба «Азимут-69» выиграли президентский грант на реализацию проекта «Центра активного туризма». Ребята ездят по разным муниципальным образованиям нашего региона и проводят там занятия по туризму для школьников, в том числе из села. У нас есть несколько мастер-классов, уже подготовленных заранее. Это лабиринт ориентирования. Мы выставляем такой квадрат для ориентирования. Там контрольные пункты, и ребятам нужно в правильном порядке собрать эти контрольные пункты. А также проводим мастер-класс по веревочному парку. Это прохождение, как правило, параллельной переправы, антимаятника и бабочки. Но больше этапов мы не ставим, потому что много времени занимает. Вязание узлов, постановка палатки, где-то, может быть, метание спас-концов. С байдарками ездили к ребятам. Сейчас ребята уже посетили около 10 муниципальных образований области, а в дальнейшем планируют получить еще один грант на приобретение автобуса, чтобы было удобнее передвигаться по Тверской области. Кстати, сейчас в Верхневолжье создаются все условия, чтобы каждый молодой человек мог реализовать себя в различных сферах. Помимо грантов, правительством Тверской области совместно с Комитетом по делам молодежи оказывается поддержка в развитии добровольчества, молодежных некоммерческих организаций. Кроме того, в регионе действует программа по обеспечению жильем молодых семей. Основной целью программы является предоставление государственной поддержки в решении жилищных проблем молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий. В 2021 году запланировано предоставление социальных выплат 179 молодым семьям Тверского региона. На сегодняшний день 62 молодые семьи улучшили свои жилищные условия. Уже в это воскресенье, в День молодежи, для жителей Твери состоится настоящий праздник. Мастер-класс по хип-хопу, мемная викторина, открытый микрофон и настольная игротека. Они пройдут на базе молодежного центра Твери. По словам организаторов, и тихий интроверт, и заряженный экстраверт найдут для себя занятия по душе. Участие на всех площадках мероприятия бесплатно. Для некоторых необходимо пройти предварительную регистрацию. Начало в 16:00.